Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні ми будемо з'ясовувати, скільки наші громадяни платитимуть за послуги житлового комунального господарства. Тарифи зростають, щорічно. Зараз ще все це, на все це накладається криза, зумовлена коронавірусом і економічні проблеми. І от тарифні майдани охопили всю країну. Денис Шмигаль цього тижня пообіцяв, що для населення зробить знижку на тариф і житлово-комунального господарства. І от, власне, скільки ми будемо платити за ці послуги, будемо з'ясовувати з нашими експертами. Економіст Едуард Каражія, вітаю вас. Та експерт у сфері ЖКГ, власне, Юрій Звеліндовський, вітаю вас. Добрий день. Шановні, ну що, скажіть, поясніть, от що у нас відбувається з тарифами, тому що розібратися в цьому всьому, ну, вкрай важко звичайним нашим громадянам. Хто готовий? Сколько мы будем платить? Знаете, я бы сказал, во-первых, я бы не кидал бы все тарифы в одну корзину, потому что рост их, скажем, размеров, разные факторы на это влияют. Да? Если почему-то все молчат о содержании домопридовой территории, все больше думают о тепле, об электричестве, и оно, кстати, вырастает, наверное, больше всех, по сравнению со всеми остальными. Но об этом все молчат, потому что, наверное, некому возмущаться и некому выступать против. Воно, насколько я знаю, привязано до минимальной заработной платы, и вона зростає, тому зростає. Да, да, але ця платіжка, вона не найбільша, принаймні, серед всіх тарифів. Вона небольшая із всіх, але якщо брати по темпам росту, вона дуже висока. Десь 70 копійок на гривню, на квадратний метр вона виростає. Ви правильно абсолютно заметили, що головна причина – це рост мінімальної заробітної плати. Потому что у нас еще с советских времен заведено, что сфера ЖКХ – это низкоквалифицированный труд, и люди почему-то там должны получать меньше всего. И поэтому единственное ограничение, которое есть для этой сферы – это рост, это минимальная заработная плата. И понятно, что все вынуждены будут поднимать минимальную заработную плату, а кто-то, может быть, наоборот, с удовольствием это сделает. Вот, естественно, расходы увеличиваются. Ну, я знаю, що у приватних компаній, які зараз працюють у сфері житлово-комунального господарства, власне, от, да, займаються СДПТ, там зарплати, ну, дуже непогані. Правильно, це такі організації, які мають достатньо великий об'єм, які обслуговують кілька домів, сотні, а то і тисячі жителів, естественно, вони можуть собі таку зарплату дозволити. А там, де є прості ОСМД, які, крім свого дому, нікого не обслуговують і десь вимушені на це відреагувати, тому це можливо. І так должно быть, и это как бы не обсуждается, это правильно. Что же касается вот тарифов на газ, и как вы только что процитировали премьер-министра, что будет снижка цены, но я бы сказал, что снижки не будет. Ее просто называют, что это снижка, да? Потому что, если даже посмотреть, как формируется цена, она формируется очень легко, очень просто. Затраты плюс какой-то процент рентабельности прибыли. Но вопрос в том, что сегодня сказать, что те затраты, которые есть, они реальны, и они соответствуют действительности, очень сложно. Даже с объективной точки зрения, потому что мы не видим расчетов, мы не видим закупок, мы не видим составляющих очень многих. Вот. Но если брать ситуацию, которая в Украине, и брать во внимание то, что «Газпром», не «Газпром», извините, «Нафтогаз» сегодня порядка 80% рынка газа в Украине, да, хотя вроде бы как рынок запущен газа, но он такой специфический. Полез, да. И даже при том, что его цена сегодня была 7,23, а сейчас 6,99 объявляют, ну фактически это на 4% меньше цена в феврале. Кстати, скажу по секрету, вот сегодня 27 число, завтра последний рабочий день. «Нафтогаз» до сих пор не объявил цену на газ в январе месяце. То все компании, которые у него покупают газ, из него производят тепло и продают населению, до сих пор не знают, как будет сформирована цена, какая будет гекокалория. То есть 1 числа в понедельник нужно выставлять платежки, а цены еще до сегодняшней поры нет. Так вот, если брать, допустим, аналогию с прошлым годом, да, ну там, конечно, цены несравнимые, там 5,86 было в январе, где-то 5 гривен в феврале, да, мы об этом только можем мечтать на сегодняшний день. Но к чему я веду? Отношение цен, да, то есть февраль был намного теплее, чем январь. И расходы газа и потребление тепла было на 15% меньше в феврале, чем в январе. То есть цена была на 15% дешевле. В марте на 23% дешевле. А 6,99, который нам сегодня объявляют, и 7,22, это аж 4% разница. То есть очень... Там навіть 6,80... Ну, 6,99, сказали, не выше этой цены. Сегодня уже «Нафтогаз» пересчитал, и там 7 копеек где-то еще обещает скинуть. Да, это больше такой ход не экономический, а политический. Вот видите, мы стараемся, тем более как прозвучало, президент попросил, президент сказал, и цену снизили. Ну, такие вещи, если даже это произошло вслух, ни в коем случае говорить нельзя. Потому что мы живем, пытаемся жить в рыночной экономике, где цену формирует не президент, не премьер-министров, не Верховная Рада, а экономическая ситуация.
та, которую я назвал, затраты плюс прибыль, которая дает возможность организации как-то развиваться. Поэтому сказать, что где-то снижка, ну, люди привыкли идти, ходить по магазинам и покупать, где написано дешевле, да, скидка, там, сали, как у нас пишут. Вот, поэтому здесь абсолютных затрат, как бы снижения цены нет, но опять же, Майданы, да, вот мы о них говорим. Знаете, ну, очень все относительно, и каждый раз я, когда вот задумываюсь и слышу, такое ощущение, что очень вопрос политизирован. То есть экономика, да, она присутствует, но о ней никто не говорит, а больше политизирует. Причем кто сегодня как бы так подбивает людей на Майданы? Что интересно, это те политические силы, которые сегодня формируют цену на газ, это Фирташ, цену на электричество Ахметов и цену на бензин, на топливо товарищ Коломойский. И в принципе сегодня, как бы странно ни звучало, но вот эти олигархи, которые являются монополистами и держат все эти сферы услуг, ну, на начальной стадии, держат в своих руках, вот они заинтересованы, чтобы были такие волнения. Они заинтересованы в том, чтобы цены были разные и чтобы для населения существовала какая-то скидка. Но люди реально не могут платить. Правильно. Погодьтесь. Я согласен с этим. Можно было сбільшити субсидії, і кількість субсидіантів, і розмір субсидій, але ж цього не відбувається, навпаки скорочується. Кажуть, це не ринковий механізм. Ну, знаєте, ні, субсидія якраз ринковий механізм. Субсидія якраз це те, що ринковий. Но субсидія яка? Для тих, хто в ній нуждається. У нас есть два варианта развития событий. Да? К чему больше склоняются? Сделать для всего населения, сделать более низкую цену. Для всех это все, там сколько там, 37-40 миллионов граждан Украины, которые сегодня здесь проживают, вне зависимости от их дохода. То есть в итоге кто получит больше скидку, кто от этого получит большую выгоду? Наверное, тот, кто больше потребляет. Кто больше потребляет? Наверное, тот, у которого не одна квартира, 40 квадратных метров, а у кого несколько квартир, да, в которых он в одной живет, остальные сдают в аренду, получают за это плату, еще никому ни копейки за это не платит. И государство должно его субсидировать. Или если он большой дом, да, на 500 квадратных метров, понятно, он потребляет больше газа, чем какой-то домик в селе на те же самые 50-60 квадратных метров. При такой схеме, механизме, он будет получать государство еще больше финансирования, чем тот дом, который маленький, который беднее, и явно, что в этом нуждается. Поэтому правильный был бы такой экономический подход. Здесь ничего нового нет, во всем мире так. Тариф для всех одинаковый, абсолютно, для жильцов, для богатых, для бедных, для промышленников, да? А кто не в состоянии платить, от государства конкретно это лицо получает субсидию. Конечно, сама по себе субсидия это тоже, скажем так, честно, по экономически не очень хороший вариант, но другого варианта нет. И скажем, от нее, скажем, отмахиваться, убирать, тем более сегодня ни в коем случае нельзя. И так не конечно, платить. Да, но должна быть персонифицирована, то есть конкретно тому, кто в ней нуждается. Та семья должна получать. Ну, действительно, за опалення якісь просто нереальні кошти приходять у платіжках, ще й от ввели це транспортування. От, Юрію, поясніть, чому такий дорогий газ для населення, якщо в нас є газосховища, в яких закачаний дешевий газ. Чому не можна його продавати населенню? Ну, от так, по-простому, по-побутовому, я не розумію. Якщо будуть, ну, хотілося б немножко повернутися в початок розмови, ми почали з чого? З того, що, чому зараз всі підняли тему тарифів? Да. Тому що, не тільки тому, що вони піднялися, а тому, що люди вже многі, для многих це критичний був такий рівень, що розуміють розмір оплати за жилищно-комунальні услуги, він достигає розміру доходів. І люди вийшли, були многі, були вынуждені. Я не зовсім соглашусь на 100%, що в тому числі там это заинтересовано. Может, Фирташ, Ахметов и Коломойский, они заинтересованы. А я объясню, чем заинтересованы. Я да. Скажу, да. Но тут, я думаю, что многие вышли, потому что уже такой, знаете, как накал, социальный накал произошел. И надо еще отметить очень недальновидные действия наших политиков. Политик, когда идет куда-то во власть, в органы власти, местного самоуправления, государственной власти, он должен понимать, что он за свои шаги, свои действия должен просчитывать, ну, намного вперед. А у нас как сделало руководство государства? У нас сначала объявили локдаун на вот этот вот период, и одновременно с локдауном объявили о повышении цен. Там тариф на электроэнергию вырос на первые 100 киловатт, вырос тариф на газ, соответственно, это с собой как цепную реакцию потянет увеличение оплаты за отопление. И люди, которые недополучат доходы в результате локдауна, у нас закрылись все культурно-массовые предприятия, которые обеспечивают там рестораны, допустим, кафе, кинотеатры, торговые центры, только осталась торговля пищевыми продуктами.
многие недополучат зарплату, либо вообще ее не получат. И на фоне этого они получат уже платежки, квитанции с повышенным размером оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Так нельзя поступать, ни в коем случае нельзя было делать. Надо было либо предусмотреть какой-то там разрыв между этими периодами, либо как-то из государственного резерва сформировать какой-то стабилизационный фонд. У нас, я же говорю, с одной стороны, не запретили зарабатывать. Да, взяты, да, у нас да. Все одно на все сделано. Да, на все хватит. И поэтому о чем вы говорите, вот получают оплату за повышенную оплату за повышенные цены за услуги отопления. Причем тот же Коболев или городские государственные чиновники, они начали манипулировать понятиями. Они же говорят, вот мы вам предлагали там в начале года, когда весной было, вы за себе закупите, не задекларируете, зарезервируете. Невозможно было купить. Вот, вам надо было проплатить на весь год вперед, и вы бы сейчас потребляли по 5 гривен этот газ, по 6 гривен. Это абсолютно, у нас, у людей, даже если бы кто-то захотел, у людей очень большое недоверие к властным структурам, к той политике, которую декларирует государство. Давайте вспомним 2014-2015 год. Нам как сказали? Государство объявило о проведении мероприятий различного рода программ по энергоэффективности, в том числе теплые кредиты, убедили многих владельцев домохозяйств брать себе кредит, который будет частично возвращать государство, утеплили дома люди, поставили альтернативные котлы, пеллеты, твердотопливные котлы. Многие из владельцев частных домов просто свели газопотребление к нулю. При этом и параллельно сейчас они в прошлом году стали уже получать платежки за транспортировку газа, при том, что на счетчике ноль не потребляют газ вообще, они стали получать платежки за транспортировку газа, то есть за ту услугу, которую они по сути не получают. Поэтому о каком можно говорить, о каких взаимоотношениях с государством, вот вы сейчас, вам надо было зарезервировать наперед, купить, у людей недоверие к той политике, которую декларируют и объявляют государство. И это еще не все. Это сейчас мы только говорим о платежках за транспортировку. У нас в 2015 году был принят газовый кодекс, и в 2019, кажется, году вступила в силу новая редакция закона Украины о жилищно-коммунальных услугах, в соответствии с которой все сети газоснабжения внутридомовые жилых многоквартирных домов должны содержаться за счет потребителей, за счет совладельцев этих домов. И сейчас пытается управление эксплуатацией газового хозяйства передать на баланс внутридомовые сети объединением совладельцев, жилищно-строительным кооперативом, управляющим компаниям, в том числе ЖЭКом. А дальше идет какие будут последствия. Если принимает организация на себя сети. Система газоснабжения – это объект повышенной опасности. Значит, надо у нее лицензии, вряд ли у какого-то ОСМД есть лицензия и разрешение гоструда. Надо будет заключать договор опять с управлением газового хозяйства на эксплуатацию этих сетей. И в результате человек может не потребить ни одного куба газа, он будет платить сначала за распределение, а потом еще будет в платежке, будет же такая аналогичная строка за обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения. Поэтому отопление, газ, вся структура производства тепловой энергии, она зависит в том числе от поставки, от размера стоимости газа, от поставки газа, от распределения газа и от монополиста, хотя каким-то образом НАК «Нафтогаз» ушел из категории монополистов. Если на сегодняшний день посмотреть реестр монопольных организаций, НАК «Нафтогаз» там не присутствует. Mm-hmm. Это вообще парадокс. Как это получилось? Покрывающий полностью, да, 70% рынку, так званого рынка. Как я всегда акцентирую внимание, в любой, как сказал коллега, говорит, мы же не видим полную структуру ни поставки электроэнергии, производства электроэнергии, транспортировки, поставки мы не видим, ни то же самое добычи газа, транспортировки, хранения, поставки. Мы не знаем, из чего формируется этот тариф. Мы гипотетически можем представить, там, заработная плата сотрудников, транспортные расходы, накладные и так далее, там налоги. Но давайте понимаем, что заработная плата попадает в любую из этих услуг. Какие доходы на сегодняшний день главы НАК «Нафтогаза» у Коболева? Там до 30 миллионов гривен в месяц. И пенсионеры, у которых пенсия 3000... Это заработная плата, есть там... Заработная чуть меньше, как раз все, по-моему, доходы, это выводит его на 30 миллионов. Соответственно, эти все заработные платы, размеры заработных плат наших топ-чиновников, которые возглавляют там НАК «Нафтогаз»,
там, Укрэнерго, они все ложатся в структуру, в стоимость тех услуг, которые мы с вами оплачиваем по вот этим вот завышенным платежкам. Но ми ж розуміємо, що ми от за якою ціною Нафтогаз закупав от власне той ресурс, який в наших газосховищах знаходиться. Ну, чому, чому не можна, ну, це ж почему, потому что, знаете, тут еще газ, нет, газ еще остался с прошлого, с 19 года. Там не все запасы были освобождены. Да, потом был 20 год. Были там цены 4 с чем-то. Были и 50, были и 6. И поэтому опять же... 6 там не было. Там было 6 копеек. 4 с чимось, так. 4,47 было. 5. Цены разные. 19-й рік там была цена трохи вищою навіть, коли вони закупали. Але все одно вона була набагато, ну, в рази нижче, ніж вони продають населенню. Скільки там? В 2,5 рази приблизно нижче. Нам тяжело сегодня говорить, потому что если даже вот их послушать, я буквально на днях я слышал их объяснение, там она большинства кабинета министров, что цены были, которые там покупались, были значительно выше. То есть тот газ, который по 4, он ушел в другое место, а туда закладывались цены более другие, высокие. Но здесь даже вопрос, знаете, в чем? Вот, почему я говорю, здесь где вот интересы монополистов? Да? Монополисту нужно продать свою продукцию. И он должен быть уверен, что он получит за нее какие-то деньги. А если сегодня будет цена высокая, население платить не будет. Но правда тоже еще очередную глупость сделала наша власть, которая на днях объявила: можете не платить, штрафных санкций не будет. И больше всего платить не будут те, которые богатые. Потому что бедные люди, которые еле водят концы с концами, они стараются платить. Вот у меня есть два ярких примера, может быть, и расскажу. Когда дом 110 квартир, и у них долг за отопление аж там 18-19 тысяч всего этого дома. Долг по СДПД там порядка 1045-50. А дом, который в два раза больше, но он живут депутаты от городского уровня и Верховной Рады, судьи, прокуроры и так далее, сегодня имеет долг на сегодняшний день 1 200 000. Да? То есть вот вам раньше люди, которые богаты, а должны в десятки раз больше, чем люди, которые бедные, не могут платить. Пам'ятаєте, коли почалися от карантинні обмеження, от навесні минулого року, наші кореспонденти проводили опитування серед якраз літніх людей, так, чи підуть вони платити. Тоді ж дозволили не платити, не буде жодних штрафних санкцій. Ні, ні, як це не платити? Обов'язково підемо, все, ну будемо там масочку надемо, надягнемо, але підемо. І от що, чому хочуть олігархи, щоб ціни були снижены для всех, да? Так когда цены снижены для всех, что это означает? Население больше платит, а государство за них покрывает разницу. И они свою продукцию, тепло, газ, там, электричество продадут и деньги гарантированно получат. Государство их не бросит. Пускай это будет с опозданием месяц, два, три, четыре, даже пускай шесть, да? Но они свои услуги получат. А когда цена, скажем так, для населения одинаковая для всех, да? То есть, более того, когда у тебя разные тарифы, всегда можно манипулировать. Сказать, что я эту часть услуги продал по более низкой цене, сказать на словах, на бумажке написать, на самом деле продать за более высокую цену. Тут от государства получить дотацию, потому что я по бумагам продал дешевле, а на самом деле от государства получить плюс, и там еще продал по более высокой цене тому, то есть, кто должен платить больше. И они заинтересованы, чтобы все-таки заставить государство поставить на колено, сказать, что видите, мы вот сделаем так, и люди перекроют дороги, устроят майданы, вы этого хотите. И власть, которая не имеет силы, не может найти объяснение, еще и глупости делает по ходу всех этих событий, да, она начинает кидаться из стороны в сторону, делать какие-то обещания, какие-то популистские шаги, которые люди, которые в этом разбираются, ну, просто улыбаются. А большинство, конечно, где-то как-то верит. Поэтому здесь и вот их задача раскрутить и заставить, чтобы государство все-таки вело ту политику, которая была. То есть цены для всех низкие, да, и государство разницу покрывает. И оно же будет платить кому? Оно будет платить не нам с вами, а будет платить тому олигарху, который эту услугу оказывает, который поставляет тепло, продает газ, электричество и так далее. А то, что происходит с ценой, на действительно, даже, вот все монополисты, они нам выкручивают руки. Я вам скажу, что потребление тепла в Одессе, я боюсь соврать, это сократилось процентов на 40, да? То есть организация, а потому что, во-первых, горячую воду отменили как услугу, и люди стали экономить. То есть на домах стоят счетчики. Допустим, вот мой дом, вот, он на Майдан не пойдет тарифно. Мы платим 12 гривен за квадратный метр отопления. Да? Я не знаю, кто из жильцов пойдет за 12 гривен бастовать, когда все платят по 28, а кто-то и по 35. Все электричество в нашем доме, 110 квартир, обошлось вместо общего пользования аж 150 гривен в месяц. То есть это по 1 гривне на квартиру. Это меньше, чем 50 копеек на человека. Они тоже на Майдан не пойдут. И поэтому многие, которые имеют возможность, хотят, они экономят, и потребление снижается. И в итоге получат, а накладные
расходы у них остаются у поставщиков, как были, так и есть. Но они не хотят экономить, они не хотят снижать потери, они не хотят как-то участвовать в ценообразовании, снижать затраты. Им проще нагрузить газовыми сетями, проще придумать какую-то услугу транспортировка газа, хотя счетчик перекрыт, его никто не потребляет. Вроде бы газ один раз дошел, а мы платим все 12 месяцев, как будто он по кругу ходит, он же никуда не выходит. И вот, а вот здесь вот государство почему-то молчит. Оно не защищает, оно не хочет бороться или боится бороться. Даже обратите внимание, его министра, да, как он вышел, что он начал говорить, вот буквально на днях тоже всех поразил, что выплата субсидий для населения — это морально недопустимо. Люди будут в стрессах, давайте мы до этого не доводить. Ну да, не бы как подачку дают. Вот, так для чего? Значит, давайте тот вариант, который был. Для всех низкая цена, правильно? Это то, что нужно олигархам. А олигархи — те, которые манипулируют Верховной Радой. Вот он проводит эту политику, дал посыл. Я готов делать то, что вы хотите. Но голосов ему все равно не хватило, все равно за него не проголосовали. Но и вот оно настолько видно невооруженным глазом, что происходит, что нас пытаются, скажем так, ну, просто пренебегать как потребителями. Наше мнение никого не волнует, а они делают свои дела. А говорят очень красиво, пытаясь преподнести, что это все для народа, для населения. Поддержать морально, матеріально і другим способом. Ну, от спочатку вони піднімають ціну там на 70%, правильно? Зараз ніби на 30 вони хочуть знижувати. От ще, ну, скільки ми будемо платити? Ще, ну, от просте питання. Скільки будемо платити, це, ну, точно риторичний вопрос. Тут ми не можемо навіть спрогнозувати на сьогоднішній день не то, що там на год вперед, на 2 года вперед. Ми на 2-3 місяці не можемо спрогнозувати, тому що дуже багато грає в цьому плані факторів. Тобто, починає від мінімальної заробітної плати, закінчує там стоимостью того или... Потребление, да, и стоимостью того или иного ресурса на международных рынках. Вот нам, как говорят, вот газ подорожал там в Европе на какой-то там бирже, значит, у нас должен подорожать. Ну, а який зв'язок, якщо ми самі добуваємо газ, достатньо для населення, і кількість плюс є запаси? У нас то количество, у нас же кроме населения, есть еще предприятия, которые потребляют из теплоэнергоцентрали, то есть предприятия энергетики, которые, используя газ, и производят, ну, там другую часть, там тепловую энергию, электричество, энергию. Поэтому, если взять, как вы говорите, количество добываемого в Украине, там порядка 18-19, по-моему, миллиардов кубов в год, и количество потребления именно населением, да, его, может быть, и хватит, но тогда должны будут все там производители, там владельцы сталелитейных предприятий будут тогда, по идее, по завышенным ценам, они будут вынуждены покупать, платить за тот газ, который мы получаем с Европы. Потому что, ну, добре, тоді змішувати російський газ, власне, ну, який ми через реверсну цю схему отримуємо, да, змішувати з нашим, давати там на стратегічні підприємства змішані, щоб для них теж була більш-менш ціна, інше віддавати населенню. Але ж наш газ іде в тому числі на комерційні підприємства, да, за такою ціною. Це ненормально. Должны те, кто занимают государственные посты, в том числе с руководители НКРЕ, сотрудники НКРЕ, там кабинет министров наш, они должны быть хорошими администраторами и хорошими стратегами. Они должны понимать, что должна быть настолько сбалансированная цена как для населения, так и не для населения, которая бы позволила, во-первых, цена должна быть прозрачной, любой тариф должен быть прозрачен и понимаемым нами, как потребителями, из чего он состоит. Второй момент — это цена должна позволить оплатить стоимость той или иной услуги, того или иного природного ресурса максимальному количеству, 100% потребителям. Если такой возможности нет, значит, у государства должны быть возможности из бюджета выделять деньги на субсидирование. Это, ну, у нас так. Действительно, на сегодняшний день в Украине, ну, рабочие места, вы знаете, сокращаются до такой степени, что большая часть населения, она либо уехала за границу работать, и здесь остались там старики-пенсионеры, которые не могут платить, либо кто-то ушел, кто-то в рейсы ходит, у которого тоже не задекларированные доходы. И государство иногда манипулирует, говорит, вот у вас же прописан, допустим, человек в этой квартире, мы вам не дадим, у вас кроме, там, допустим, бабушки, дедушки еще прописан. Да, прописан. И с одной стороны государство декларирует, с другой стороны не дает. Обеспечить всех работой тоже не можем. Плюс вот этот локдаун, который там у нас весной был локдаун, и сейчас был локдаун, когда опять поставили, вот вы говорите, почему нельзя смешать, почему сделать прозрачные условия. А возьмите, допустим, когда объявляли вот эти локдауны, у нас часть магазинов закрылась, но мы знаем,
крупные сети супермаркетов, которые тех же строительных материалов, которые продолжали работать при карантине, при локдауне. Потому что, значит, владельцы этих супермаркетов, этой крупной сети, это приближенные к власти люди, люди, которые находятся во власти. Так и здесь, как бы до тех пор, пока понятиями, связанными с формированием тарифа, с поставкой этих услуг будут манипулировать, будут, она, наверное, даже не на 50%, на 70%, вот эти процессы, они находятся в тени, мы о них не знаем. Никогда мы не сможем, там, как вы говорите, вот почему нельзя смешать, а почему нельзя, допустим, развивать атомную энергетику? У нас 4 атомных станции, которые, по сути, производят больше 50% всей электроэнергии, которая потребляется в Украине. Но нас понастраивали альтернативных солнечных электростанций, и на момент, когда сократилось потребление этих электроэнергии в Украине, не было, у государства не было денег возвращать владельцам этих солнечных электростанций так называемую компенсацию за зеленый тариф. У нас стали по чуть-чуть снижать производство электроэнергии атомными нашими станциями. Государственный сегмент энергетики, ну, скажем так, поставили в более худшие условия, чем производство зеленого тарифа, который находится в руках... Рената, это... есть один момент. Вообще-то зеленые тарифы придумали братья Клюевы, да, это еще было при партии регионов. И там они приняли закон, что государство не имеет права отказать в покупке альтернативной энергии, производимой кем-то. И поэтому солнечные электростанции растут как грибы. То есть государство понимает, что излишек электростанции, да, но атомная электростанция, государство, я имею право ему отказать, а этому, который производит дорогую альтернативную энергию, отказать не могу. Так у нас на ней еще и наивысший у свете тариф. Совершенно, абсолютно верно. 20 евроцентов. Да? Если в Германии он 4-5 евроцентов, у нас он 20 евроцентов. И естественно, что они успели вовремя продать свои эти солнечные электростанции разные. Кто китайцам, кто туркам, кто кому. Да? А закон принят, люди посчитали. То есть фактически бюджет их содержит. Более того, скажу, говорите, газ, да, вот он как бы украинский, он дешевле. Это неправильная версия. Это, знаете, как а-ля Советский Союз. Любой ценой. Ну, потому что даже вот уголь, да, во всем мире уголь, который глубже, чем 700 метров, не добывается. А украинский уголь нерентабельный. А украинский уголь от 700 метров и ниже. То есть такого дорогого угля в мире нигде нет. Но почему-то тепловые электростанции, которые находятся в собственности Ахметова, увеличивают объем производства электроэнергии, то есть которая на втором месте по стоимости после альтернативной, да, атомной, которая стоит 1 копейка киловатт, мы сокращаем, а то, что дорогое, мы увеличим. Увеличим альтернативную, увеличиваем тепловые электростанции, где уголь, и в итоге, конечно, электричество дорожает. И по себестоимости вам покажут, скажут, боже мой, они работают в убыток. Так у нас же скасували, у нас же было там пільговий тариф на норму, ну, и уряд Яценюка це скасував, коли люди вже почали переходити. В принципі, це дотація, ще супердотація. Тут эти 90 копеек, это аж 77 гривен на один счетчик, да, неважно, где там может быть коммунальная квартира, то есть аж 70, если потребление больше 100 гривен, да, аж 77 копеек радиус. В принципе, сумма небольшая. Что касается газа по цене. Смотрите, вот говорят, цена, вот собственный газ, он дешевый. Когда он дешевый, когда пробурили, и газ пошел, его выкачивают по трубам, там называется себестоимость $50, $35. Но, чтобы газ легко так пошел под напором, под давлением, нужно бурить километр. И это не означает, что вы пробурили одну скважину, и сразу газ пошел. Можно пробурить 10-15, и только 20-е даст результат. Один момент. Второй момент. Вот как формировать цену на газ? Да, мы затраты посчитали, сколько мы потратили на бурение, наши операционные расходы, там зарплата, транспортировка, электричество, налоги посчитали. Но мы же не знаем, сколько там газа находится. Если там 1 триллион кубов газа, значит, мы можем посчитать этот запас и кинуть на каждый куб, какая будет себестоимость. А если там всего лишь 1 миллиард, там, в 1000 раз меньше, да, а если там еще меньше, чем 1 миллиард, а затраты произведены. Поэтому здесь... Не, заложить... Но это же закладывается все одно в структуру. Вот, поэтому, более того, мы же не знаем. Поэтому здесь... Я разведка, известно, что... Знаете, я вот пытаюсь как бы апеллировать, да, то есть сказать, что почему он не такой же дешевый. И я не защищаю, да, то есть там хватает, где на нас зарабатывают, где нас дурят, да. Но сказать, почему, как они мотивируют. А мы же не знаем, какой там будет газ. А дать на какое-то развитие. А, более того, мы привыкли, вот почему атомные электростанции, их просто похоронили, их убили. Не похоронили, а довели до состояния ужасного технического, потому что предприятие государственное, у них покупали по самой низкой цене, буквально там 1 копейка, 15 копеек когда-то было, у них даже по себестоимости забирали, им не хватало денег на развитие, им не на что было ремонтироваться. И сегодня они в очень плачевном состоянии находятся. И даже тот же «Нафтогаз», вот, да, вот когда... произошло такое повышение цен, когда убрали дотацию, что мы видим? Что «Нафтогаз», он тоже всегда был убыточным. А сегодня раз в квартал 20 миллиардов бюджет чистых денег ложит.
Ну, «Нафтогаз», тут, там, звісно, там схеми, там вони, як їм потрібно бухгалтерію робити, так вони і роблять. Але показник «Укргазвидобування». От, це реальна компанія, яка працює, добуває газ. Так. Вона демонструє прибутки. Ну, значить, опять же, де був самий дорогий газ? «Львовгаз». Полтава газ поднял цены, да, то есть компании частные, которые не государственные. Mm-hmm. И опять же, чтобы не подумать, что я кого-то защищаю, да, вот Львовгаз, он поставляет газ по селам, по горам, где население там буквально 200-300 человек, а нужно по горам тянуть, газом давить. Действительно, он будет по себестоимости, должен быть дороже. Но покажите, объясните людям, почему такая цена сформировалась. А, поэтому здесь... И вот в таком тихом омуте, да, хотя он очень такой громкий, он не тихий, и ловят жирную рыбу. И действительно, нас просто дурят по-всякому, где только могут. И не только «Нафтогаз». Хотя, опять же скажу, «Нафтогаз» еще более-менее как-то держит себя, да, вот он... Такое. Да, такое. Хотя, опять же, это не самая низкая цена. Буквально 4-й или 5-й. То есть он предложил там 7,22, а цены были и ниже. На тот момент, когда объявили рынок газа. То есть, ну, попробуйте купить. Это было просто нереально. В Одесской области 2. Одесса-газ, Нафтогаз. Все. И купить газ, который подешевле в другой области, просто это нереально, это невозможно. Юрій, коли в нас будуть прозорі тарифи? Прозорі тарифи, то ви знаєте, як все залежить від того, хто приходить до влади. Кожен народ достоїн своїх руководителів. Мені кажется, ви... в цьому просили по вас. Да. Ми, знаєте, ждати, звісно, ждати, що прийдуть туди якісь повні аскети, які там, ну, хоча б патріотично настроєні люди, які розуміють, що вони повинні бути не временщики, а вони хоч щось будуть робити для держави. Вони повинні все-таки ті люди, які приходять во власть, які йдуть працювати в органи влади, в державне, місцевого самоуправління, для них взагалі інтереси повинні бути все-таки вище, ніж личні інтереси. Личне обогащення у них не повинно взагалі стояти ні на першому, ні на второму, ні на, там, на п'ятому місці. І тоді, коли такі люди прийдуть, ну, можемо мечтати об этом. За 30 років поки ще не було таких прямо суперпатріотів у нас. Це не просто не должен ні один чоловік, не тільки президент прийти до власті. Просто ця тема нікого особливо не хвилювала десь року до 2006-го, здається, так? То, з чого ми починали. Що у нас, во-первых, система ЖКХ считалась какая-то вот пренебрежительно, люди относились к системе ЖКХ. Я помню еще тарифы содержания дома придомовой территории за 28 копеек с квадратного метра в 2002-2003 год. Но на эти, даже тогда на эти тарифы невозможно было содержать полноценно дом. Ну, газ 4 копейки зачем? Смотрите, там ситуация такая, ни в коем случае нельзя, у нас тема ЖКХ на каждые очередные выборы, она становится инструментом воздействия на электорат, на потенциальный электорат на ближайших выборах. Нам обещают, мы придем и снизим тарифы, причем парадокс в том, что даже те люди, которые шли, баллотировались в депутаты Одесского городского совета, они тоже обещали снизить тарифы. Как депутатский корпус Одесского городского совета может повлиять на государственную политику в сфере формирования цены на газ, на электроэнергию? Ну, они кажут, что вот НКРЕ же с ними там радится, когда тарифы... НКРЕ радится только с Ахметовым, с Фиртышем и так далее. Ну, зрозуміло, да, формальная процедура, что с місць наверх, ну, они до Киева подают... Что тарифы на тепло утверждает городской совет. Что это мэр, да, там, ну, буквально в прошлом году, что да. Мэры отвечают за это. Естественно, действительно, есть, как, во-первых, у города появился стимул работать над этим вопросом. Потому что до этого было, они были противники. Чем выше тарифы, тем больше с Киева приходят деньги на дотации, населению. То есть, да, то есть деньги приходят извне ниоткуда. А еще очень важна такая проблема, опять же, ценообразование. Думаю, вы затронули. Как оно формируется у нас? Берутся все затраты и какой-то процент прибыли. Небольшой, там 3, ну, максимум 5 в такой системе, как и ЖКХ. Я как хозяин, директор этого предприятия, я хочу заработать как можно больше. Я понимаю, что моя прибыль, вот эти 3%, да, я прекрасно понимаю, что 3% с 1000 гривен в 10 раз больше, чем 3% со 100 гривен. Что я буду делать? Всеми правдами и неправдами увеличивать себестоимость, да? То есть я буду не стараться сделать как можно дешевле, наоборот, я в этом не заинтересован, потому что мне надо вот эти 3%, чтобы я мог как-то оперировать, какая-то прибыль, что-то отремонтировать, поменять. И эта система так она осталась и на сегодняшний день. А если бы сказали бы, какая-то конкретная цена, там условно скажем, 5 гривен продаешь, а себестоимость нас не волнует, хоть одна копейка, все твое. И тогда бы действительно был бы какой-то стимул снижать это. Но смотрите, где находится Украина, где находится Норвегия.
Да? И при этом мы, территория какая, при этом мы потребляем значительно больше удельного веса электроэнергии, чем страны, которые находятся за полярным кругом. То есть там считают, там экономят. И, а у нас об этом... Ну, там технологии известны. Совершенно. Так вот, давайте вкладывать технологии. Да, у нас потери, какой тариф не возьмите, потери 35% минимум. Вода, газ, электричество просто. Говорят, накрутили, почему? Ну, вы же воруете там, в общем, так, взагалі, да? Население же ворует. Вот это, к сожалению, так ловите, кто ворует, почему даже честные граждане платить за тех, кто украл. И наши коммуникации. Это проблема наших взаимоотношений, наших коммуникаций между поставщиком и потребителями. Все поставщики считают, что население исключительно любой потребитель. Он ворует, он хитрит, он мошенничает. Хотя, в принципе, есть факты, когда ловили на том же мошенничестве те же энергопоставляющие компании. Поэтому проблема в том, что, во-первых, у нас ЖКХ всегда было, когда был, как вы говорите, до какого-то там года, в 90-е об этом не задумывались, был... До середины 2000. То есть считали, что вот самая последняя тема – это система ЖКХ. Это первая проблема. Потом шли, пришли к тому, что как атомные станции уже в таком состоянии находятся, что нету денег, на их ремонт нету денег. Они в плачевном состоянии, их нужно модернизировать. У них сумасшедшие. 15 копеек, гривны сейчас 1000%. У него нет возможности вложить. Он зарабатывает, а ему не дают. Второй момент – это то, что тема ЖКХ, она всегда ее использует как механизм, популистский механизм при очередных выборах. То есть вот проголосовали люди за понижение тарифов, а потом начинается, то есть люди как платили, так и платят, а те, кто пришли к власти, они уже каким-то образом свои интересы исключительно, преследуют там с целью, у наших руководителей нету какой-то там не то что политики, там одна философия, одна религия, это деньги, это нажива, это собственное обогащение. И все эти, как весь депутатский корпус, там того же, не только Одесского горсовета, в основном это депутат, 450 депутатов нашего Верховного Совета, это, как правило, фракции там, которые подчинены там тому же Ахметову, Фирташу, Коломойскому, которые между собой будут принимать те решения, которые им выгодны. Не те, которые выгодны людям, и которые люди от них ждут, голосуя, проголосовав за них на очередных выборах. Є великий сегмент тих депутатів, які безпосередньо, скажімо так, мають зовнішніх кураторів. Да, розумієте, да. Які абсолютно вже точно зацікавлені в підвищенні тарифів. Да. Ми можемо, звісно, внедряти якісь інноваційні технології, знижати потребління, знижати потери. Ну, з чого ми почали нашу передачу, как государство всем сказало, вот вы, допустим, покупаете, берите теплые кредиты, берите альтернативные котлы, люди взяли теплые кредиты, покупили твердотопливные, купили пилетные, раз стали получать платежи на транспортировку газа, там, на распределение и так далее. Поэтому здесь, опять, нам продекларировали рынок, что мы сегодня, той же рынок электроэнергии. Мы как имели монополиста Одессаоблэнерго, сейчас называется ДТЭК, Одесские электромережи, так и имеем монополиста. Пока мы с этим так называемым распределителем не заключим договор, а именно договор с этим распределителем, нам навязывают именно те приборы учета, которые выгодны распределителю, а не те, которые должны быть по закону. Мы не сможем уже себе выбрать поставщика. Поставщик у нас в основном это Одесская областная электрокомпания ОЭК, да, энергопоставляющая компания, которая является по сути сателлитом того же ДТЭКа, которая была создана в свое время Одессаоблэнерго, он учредил ее, хотя они сейчас отнекиваются, говорят, нет, мы к ним не имеем никакого отношения. Есть вроде бы альтернативные поставщики, но с теми же жилыми многоквартирными домами альтернативные поставщики работать не хотят. Почему? Потому что тариф гривна 68 по сравнению с тем тарифом, который платит коммерция, он действительно ниже, чем коммерция. Это не значит, что он низкий. Он может быть и этот гривна 68, он завышен очень сильно. Но не хотят работать другие поставщики не хотят работать с управляющими компаниями, с объединениями совладельцами, жилищно-строительными кооперативами. Вроде бы нам продекларировали рынок газа, рынок электроэнергии, но на самом деле, как таковой, это не рынок. Вот, это... Была бы цена одинаковая для всех. Понимаете, не было бы выбора. Ему все равно кому продавать. Бабушке, миллионеру, комбинату металлургическому. Цена одинаковая. Так он начинает искать. И, естественно, такие лазейки, где можно украсть и получить сверхприбыль. Давайте підсумовувати. Час, на жаль, вичерпано. Прозорих в нас тарифів не буде. Ринки як електроенергії, так і газу не функціонують. Що робити? Сподіватися на краще. Давайте сподіватися на краще. Правильно, а краще правильно обирати владу. Я вам щиро дякую за цікаву розмову, що знайшли час, прийшли до нас. Юрій Звеліндовський, Едуард Коражій, я дякую.
Я нагадаю, це була студія «Репортер». Говорили сьогодні про тарифи на житлово-комунальне господарство, на послуги житлово-комунального господарства. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з «Репортером».